Наладить систему уличного освещения в недельный срок поручили акимату Усть-Каменогорска. Сегодня в областном центре не работают больше 2000 новых фонарей, приобретенных почти на 3 миллиарда тенге. К замене некачественного оборудования привлекают подрядчиков и непосредственных исполнителей проекта. Параллельно в городе готовится обновить еще около 2500 фонарей и почти столько же опор линий электропередачи. Все будет устраняться в рамках гарантии. Значит, кроме того, дополнительно, значит, мы сейчас будем налаживать сервисную службу по ремонту светильников. Оборудование уже здесь, в городе.